Новые врачи, питание и спорт. В Баунтинском районе сегодня продолжается рабочая поездка главы Бурятии. С места событий передает наш корреспондент Саднум Эрденеев. Глава республики Алексей Цыгинов в Баунтинском и Юнкийском районе посетил село Романовка. Здесь сегодня произошло сразу несколько серьезных событий. Открылась врачебная амбулатория. В детском саду открылся новый пищеблок. А также осмотрели школьный спортзал в Витимской средней общеобразовательной школе. Сейчас здесь проходит встреча с населением. Люди обсуждают насущные проблемы района. Планируют, что придет 100 человек, но на самом деле пришло, скорее всего, в два раза больше. Саднум Эрденеев, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ, Баунтинский и Венкийский район. Более подробные репортажи смотрите на следующей неделе в эфире наших новостей.